17 декабря 2021 года в нашем городе был найден склеп. Останки из склепа были перевезены в город Ставрополь, где была проведена экспертиза. В ходе экспертизы было выявлено, что они принадлежат мужчине и женщине, биологический возраст которых при жизни был приблизительно 80 лет. После обнаружения останков на нашу электронную почту стали приходить письма от историка-краеведа Лисового Михаила Юрьевича и от историка-архивиста Капаницкого Романа Михайловича. Они предоставили данные из Государственного архива Ставропольского края, в одном из дел которых написано, что Рождество Богородицкой церкви захоронен священник Василий Иванович Лавров. Умер 2 мая 1900 года в возрасте 72 лет. Такая же надпись у нас есть на могильной плите, которая была обнаружена при раскопках. Таким образом, мы можем утверждать, что в данном склепе захоронен священник Лавров. Данные священники также были описаны в газетах «Кавказские епархиальные ведомости» и «Ставропольские епархиальные ведомости». Там упоминается о священнике Лаврове, и в 1873 году просил уволить его с этой должности в связи с состоянием здоровья. В газете «Старопольские епархиальные ведомости» написано, что в 1900 году, 25 апреля, епископ Агафадор посетил наше село Воронцово-Александровское, где увидел Рождественную Богородицкую церковь, отметил ее красоту. Позже он заехал к больному священнику Лаврову. Священник находился в плохом состоянии. Епископ поблагословил его и уехал. Узнав фамилию священника, мы поняли, что в фондах нашего музея здравоохранения Зеленокумска хранятся документы его сына Василия Васильевича Лаврова. Василий Васильевич Лавров закончил медицинский университет, стал хирургом. В анкете 1940 года мы находим данные о том, что он сын священника. Отец его, Лавров Василий Иванович, умер в 1900 году. Мать его, Фролова Анастасия Ивановна, умерла в 1906 году. Исходя из этих данных, мы можем предположить, что в одном и том же склепе с мужем была похоронена его жена. Василий Васильевич Лавров стал доктором медицинских наук, профессором, написал много научных трудов и книг. В военные годы он работал в госпитале, консультировал врачей-хирургов, помогал делать сложные операции. Он сделал более 180 сложных операций, за что был награжден орденом «Красная звезда». Также он имеет значок «Отличник здравоохранения», награду за оборону Ленинграда. Останки с города Ставрополя заберет отец Роман, где перезахоронит их на территории церкви Петра и Павла. С вами была главный хранитель Зеленокумского краеведческого музея Авдеева Виктория Анатольевна. До новых встреч. Спасибо за внимание.